Кинотеатр «Юность» Воденцова временно прекратил работу из-за отсутствия в прокате фильмов. Он откроется, когда ситуация с прокатом улучшится, говорится на сайте учреждения. Из-за введенных санкций ряд зарубежных киностудий отказались выпускать свои новые фильмы в российский прокат. В пресс-службе Министерства культуры России заявили о возможности внесения изменений в график релизов российских картин, выход которых был запланирован на другие даты.